В региональном парламенте предлагают перераспределить поступления от табачных акцизов. Как заявил спикер госсобрания Константин Толкачев, в результате этой процедуры бюджет Башкортостана мог бы получить 868 миллионов рублей. На данный момент 100% от табачных акцизов поступают в федеральный бюджет. По замыслу парламентариев республики, в регионы могли бы поступать 5% от таких платежей. Распределять эту часть акцизов по регионам предлагается пропорционально численности в них трудоспособного населения. Аналогичная схема уже действует в отношении акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты. Наша республика тоже претендует на акцизы, часть акцизов от этого вида акцизов в объеме 5%. Союзом законодателей Российской Федерации наша инициатива поддержана. Сейчас мы вот ждем поддержку нашего комитета и уже будем направлять Российскую Федерацию. В госсобрании поясняют, что предлагаемый законопроект не преследует цели пополнить региональные бюджеты в ущерб федеральному. Предлагается лишь компенсировать регионам часть того, что они потеряли в последние годы из-за изменений в налоговом законодательстве.